Ёлки из кофе, макарон и бумаги. Во второй городской школе к Новому году подготовились основательно. В коридоре учебного заведения вчера открылась выставка новогодних поделок. Представленные работы, а их не меньше 200, изготовлены учениками разных классов, даже целыми семьями. Школьники с интересом рассматривают чужие работы и хвастаются своими. В школе царит самое настоящее праздничное настроение. Чтобы создать в школе новогоднюю атмосферу, мы объявили среди учащихся конкурс-выставку новогодних поделок. Оказалось, что самой популярной поделкой среди всех новогодних оказалась елочка. На нашей выставке представлено более 200 работ разнообразных елочек. Посмотрите, вот такая самая маленькая елочка. Елочка из кофе, елочки из макарон, елки из бумаги. Они все разные, все работы очень трудоемкие. Чтобы сделать их, например, елочку из кофе, семье Николаевых потребовалось более 2 дней. Что каждое зернышко заслуживало своего внимания. В выставке принимали участие начальные классы, среднее звено и старшее звено. Самыми активными оказались начальные классы, которые предоставили на выставку, вот можно здесь посмотреть, вот это вот все работы начальной школы. Также на все выставки они перемешиваются, и каждый находит то, что интересно и заинтересовывает каждого. Хотелось бы, конечно, отметить все работы, но наибольшей популярностью пользуется елочка, как я уже сказала, вот из кофе. Вот такая вот работа. Мы благодарим всех участников нашей школьной выставки, всех родителей, которые помогали своим детям сделать новогоднюю поделку. Ну и еще обращаем внимание на елку «Дружба». Вот в таком варианте елочка «Дружба» у нас есть. И еще, наверное, уже обратили внимание, елочка из ладошек. Мы хотим, чтобы в новом году было все у всех хорошо. Был мир на земле, все были здоровы и счастливы. С Новым годом!